Начнем. Всем добрый день, всем привет вообще. Рада слышать, видеть. Пишите свои приветы в чате, потому что я думаю, что многие друг друга не видели вообще. Может быть, в чатах каких-то друг друга видели, но а вдруг еще не, нет. Поэтому пишите приветы свои. Меня зовут Екатерина Ефимова. Сегодня очень важная тема – организация личного товарооборота. Вчера был очень суперский вебинар по тому, как работать. И я поэтому горжусь так вообще в такой эйфории была, что у нас такие партнеры в команде классные, что они идут в ногу со временем вообще. Все такие новшества, все изюминки собирают, применяют в работе и делятся со всей командой своими наработками. Вот это вот на самом деле система обучения, бесплатная система обучения. Каждый партнер делает, как, конечно, минимум 150 бонус-баллов, кто-то 200, кто-то 450 баллов делает личного товарооборота. Я предлагаю вам, конечно, вытравить всех тараканов из головы и начать организовывать бизнес. Бизнес на самом деле это серьезный. Нам компания предлагает серьезным бизнесом заниматься. Это не немедленная прибыль. Здесь мы не говорим, конечно, о том, чтобы брать каталог, идти собирать заказы, продавать и вот в карман класть вот эту разницу. Нет, конечно, мы, как бы там ни было, вообще должны прочувствовать вот этот вот сам бизнес, что у нас с вами бизнес, что у вас интернет-магазин классный, с классной продукцией, и что чем больше людей вы подсадите вот в этот ваш интернет-магазин, тем больше у вас будет доход. И неважно, на самом деле, что большая часть людей будут просто потребителями продукции. Честно сказать, партнерами будут из всех людей только 10%. Остальные будут создавать вот этот вот огромный товарооборот на потребление. Как же это все? Ну, все они моются, потому что... И вот кто продает в торговых центрах, идешь, им, конечно, никакого бизнеса не нужно. Они будут сидеть вечно там на своем месте и ни о чем не думать. Но они все равно же моются, и им все равно, где покупать. На самом деле это правда. Что же товарооборота личный 150 бонус-баллов? Это много? Вот кому это много? Поставьте плюсики. Прям супер-пупер много, 150 бонус-баллов. Вот если прочувствовать всю идею бизнеса, вы можете легко вообще сдублицировать всю систему своей работы в команду. То есть как вы сами работаете, так ваша команда и будет работать. Если вы сидите на 20 баллах и думаете, как же организовать личный товарооборот, не знаете, как это сделать, как сделать 150 бонус-баллов, то очень сложно будет товарооборот вашей организации прокачать вниз, потому что все мы начинаем с себя самих. И чтобы вот этот личный товарооборот не был для вас проблемой, то надо начинать с 3 П. Красным я выделила 3 буковки П для удобство, конечно. И последний пунктик – это надо поменять привычку покупать продукцию в обычном магазине на свой онлайн-магазин. Предложить дисконт своим близким, знакомым, незнакомым людям. Так, чтобы вот эти вот тараканчики из головы убежали сами. Вот надо иметь именно серьезные цели в голове, держать их всегда при себе, думать о них, чтобы это все было реальностью. Нужно иметь реальные цели, вдохновляющие цели, чтобы не было никаких даже тени сомнения, что
вот это не работает, потому что если возникает у какого-то партнера в вашей команде вот такой вот тараканчик, что это не работает, мечта, вы ему сразу говорите, мечта, у тебя какая мечта? Мечта будет вас вести, заводить, не будет спать давать всегда. Вот я о чем думаю, всегда не могу заснуть на самом деле. И у вас появится желание работать с каталогом, именно знать про продукцию в каталоге. И это все будет реально на своем месте. И личный товарооборот, с этим проблем уже, конечно, не будет. Ее, вот эту вот мечту надо реализовать. Давайте подумаем. Мечты переводим в цели. Цели имеют свои денежные эквиваленты. И чтобы реализовать какую-то мечту, конечно, нужно выйти на определенный уровень дохода по лестнице успеха в компании, закрыть какое-то именно звание. И вот я загорелась на самом деле мечтой путешествовать. Вот эта возможность всегда меня вот, блин, надо, хочу. И вот путешествие с детьми. Я хочу в Диснейленд, это в разных местах Диснейленд у нас есть, показать детям его, потому что это вообще детская мечта, вот эти вот очень красивые фигурки, живые. Хочу детский садик своему малышу, частный детский садик водить своего малыша. Но на все, конечно, нужны деньги. Как бы там ни было, без денег никуда. Ведь правда, это на самом деле так. Не в деньгах счастье, конечно, но в тех возможностях, какие они дают. Они дают очень много. И вот эти вот цели, эти мечты, которые вы пропишете именно сами по списку мечт, они имеют определенный уровень на лестнице успеха. Сколько вам денег нужно? Какое звание вам нужно закрыть, чтобы вот реализовать вот эти вот мечты? Подумайте об этом, и вы начнете реально действовать ежедневно. Ежедневно утром пробуждаться для реализации вот этих целей. Вы реально будете вечером засыпать от того, от тех мыслей, как бы это все реализовать. И вот эти вот ваши тараканы, они сами собой как-то вот пройдут, разойдутся, и все забудется. И потому что вот эта вот возможность компании, они безграничны. И вы сами это поймете, что здесь нет границ. Все здесь абсолютно возможно. Компания нам предоставляет огромные возможности. И смотрите, мечта. Сначала у нас идет мечта, потом мы переходим к цели. План действий, и вот тогда будет и результат у каждого из вас. Тогда будет и 100 баллов, и 200 баллов, и 300 баллов. Потому что самое главное, замотивируйте сами себя. Замотивируйте именно тем, что вам хочется. Именно что вас будет двигать. Что вам даст, не даст именно спать. Вот. Что вас будет пробуждать по утрам? Что для вас будет мотивация? Вот компания предлагает нам свою мотивацию, конечно, которая меня очень-очень вдохновляет. Тем более такие условия шикарные для поездки в Хорватию, для менеджерской конференции. Тут прямо, я не знаю, бери и делай, и езжай отдыхать за свою работу. Вот она, может, вас мотивирует. Что для вас Oriflame сам? Подумайте. Не забывайте, вот, что Oriflame, сама компания, это инструмент всего-навсего для организации, реализации ваших мечты, ваших мечт, поставленных ваших целей. Поэтому сейчас самое главное – это почувствовать, для чего вы пришли сюда, зачем вам это все нужно. И вот это вот все само собой и разрешится. Чтобы организовать свой бизнес, надо передать свои знания в команду, потому что вы уже обучились, правила 3P вы уже прошли, теперь правило 3O. Когда вы сами обучились, у вас появились какие-то навыки.
Когда вы сами организовали свой товарооборот, то этому вы научите и свою команду. Значит, вы можете научить организовать товарооборот своей команде. Вы это можете передать свои знания. Когда вы уже сами научились рекрутировать, то вы сами можете организовать массовый рекрутинг в вашей команде. Научить вашу команду делать то же самое, что делаете вы. Помните, всегда дубликация идет. Поэтому, что бы вы ни делали, начните с себя. Все дублицируется, все до движения. Действительно, это уже сколько раз проверялось. И нужно, конечно, при организации личного товарооборота начать с себя. Как организовать личный товарооборот в своей команде? Все с себя, именно с личного потребления. Поэтому возьмите привычку, поменяйте ее, делать покупки в розничном магазине, вот ближайшее, что рядом с вашим домом находится. Все эти покупки перенести в интернет-магазин. Вот здесь все мои покупки. Здесь нет покупок чьих-то, здесь все только для себя. У меня, потому что нет на самом деле времени еще собирать заказы, раздавать их, заниматься продажами какими-то по каталогу. Поэтому все покупки я совершаю для себя. Это все мои любимые продукты. На самом деле это минимум, который я вот уместился на слайдике. И на самом деле это всего очень-очень много. И бижутерия, целая гора. Я не знаю, как это все можно было в запас себе приобрести. Поэтому это все на самом деле горой есть у меня. Аксессуары разные, очки, сумки, шарфики, пледы, полотенца. Это все есть в нашей компании. Вот постельное белье не успела себе приобрести. Ну ладно, их вот на самом деле очень-очень много. Я просто хочу вам показать, что я пользуюсь всем тем, что предоставляет компания в интернет-магазине у нас. То есть все это можно приобрести именно у нас. И вот мой муж тоже пользуется абсолютно всем, даже зубная щетка от Oriflame. Поэтому вся семья пользуется всем, что есть в интернет-магазине компании. Если многие думают, что у нас, если выходишь на уровень менеджера, там на уровень директора или бриллиантового директора вообще, и не пользуешься продукцией Oriflame, это, конечно, абсурд полностью. Вы ошибаетесь на 100%. У них у всех также продукция только этой компании, только производство, купленное именно здесь, в интернет-магазине. Все, абсолютно все. Все, что можно, чем можно пользоваться, все здесь можно купить. Поэтому даже не раздумывайте. Почему здесь это все можно купить? Мы действительно любим наши продукты, пользуемся ей с удовольствием. И я вот на себе, новинки всегда на себе тестирую, как сказать. Нравится, не нравится, подошло мне это, не подошло, потому что на самом деле... И у меня была когда-то аллергенная кожа такая вот, раз, и проблемы. Нет, сейчас я пользуюсь продукцией, и на самом деле то, что она натуральная, это многое дает по виду, сказать можно даже уже. Выгодно себе здесь покупать. Почему? Дисконт на всю продукцию минимум 20%. Уже сразу после активации личного кабинета. То есть вы еще ничего не купили, но у вас дисконт есть на все, абсолютно все, что есть в интернет-магазине. Доход мы получаем с товарооборота. То есть даже если покупаешь себе, минимальная выплата, с которой начинается, это как раз-таки 150 бонус-баллов. Если ты организуешь даже такой личный товарооборот, он же и групповой товарооборот, компания уже выплачивает доход вам. Акции различные проводятся,
участие с минимума 50 баллов через свой личный номер, стартовая программа минимум со 100 баллов через свой личный номер регистрационный, 4 набора суперских, супер набора, я прям вообще в восторге от такого, такой стартовой программы по очень смешной цене. Вот просто, я не знаю, даже 3 пакета молока, вот больше ничего не скажешь. И у тебя такая дорогущая, качественная продукция будет в пользовании. Найдите выгоду, вот разговаривайте всегда о выгодах со своими партнерами, потому что почему вы сами пользуетесь? Дайте понять это и своим консультантам, своим партнерам. Вот я пример взяла как wellness. Почему? Потому что это на самом деле wellness продается в 44 странах. Сертификация пройдена, то есть не в двух, даже вообще, то есть у каждой страны свой стандарт качества. То есть здесь wellness продается даже вот в огромных, в аптеках, вот в некоторых странах в аптеках его только можно купить. Вот взяла пример wellness, подписка Life Plus, что она дает? То есть вы будете пользоваться VIP-офисом, wellness-офиса, он считается как VIP-офис. Каждый четвертый продукт бесплатно, плюс начисляется 100 баллов за четвертый шаг. Вы получаете его бесплатно, а баллы все равно продолжают начисляться. Продолжаете подписку по Life Plus. После четвертого шага вам дается покупать наборы, вот эти вот два набора, твоя жизненная энергия и твой идеальный вес, кому что больше подходит по требованиям, уже с 30% скидкой. И это каждый каталог. То есть вам мало того, что компания дает 20% скидку на продукцию, у вас еще 30% скидка по подписке идет. Дальше 50% скидки на любимый продукт. То есть вы два каталога подряд делаете по 150 баллов, и у вас появляется возможность получить любой продукт, самый даже дорогой, это wellness категория, по с 50% скидки. Давайте возьмем коктейль. То есть по цене, цена каталога минус 20% дисконт от компании и минус 50% скидки на любимый продукт. Экономия проходит почти 2/3 от цены. Поэтому это вообще супер предложение. Детские витамины омега-3, детская серия wellness. Они по подписке идут, четвертый продукт, подарок. То есть мы за 3 продукта платим, и четвертый идет в подарок. По Life Plus еще скажу, что в нашей команде уже появился такой VIP-офис. Это офис Тамары Александровны Журавлевой. Поэтому пользуйтесь, приходите. И, конечно, знайте, что в вашей команде уже такой офис есть. Вот почему же вы покупайте для себя. Это условие на вообще нашего проекта, что мы совершаем личный товарооборот на личных покупках. Мы увеличиваем товарооборот за счет двух действий. Мы создаем личный товарооборот и плюс рекрутирование, то есть привлечение новых партнеров-потребителей. Потому что если вы будете просто покупать для себя, просто даже на 1000 баллов делать товарооборот, вы не разбогатеете. Важно понять, что лишь рекрутируя, привлекая новых партнеров в бизнес, даже партнеров-потребителей, увеличиваете товарооборот. Вы создаете стабильный, растущий бизнес. Но вы должны еще понимать, что не все будут вашими бизнес-партнерами. Это примерно 10% только всего ими будут. Дальше будут потребители. Продавать кто будет и получать немедленную прибыль. Но они все будут вам создавать групповой товарооборот. Поэтому
в этом тоже есть свои определенные плюсы. Давайте рассмотрим самый главный вопрос. Всегда нужно делать новичку акцент на организацию 150 баллов. Много это или мало? Давайте пример рассмотрим. 150 баллов. 15% – это условие минимальное в уровне для поездки в Хорватию. 15% – 3000 баллов. Нам нужно организовать групповой товарооборот. Как можно сделать? Можно пригласить 1000 человек. Они все купят на 3%. Я даже не знаю, что на 3% можно купить. На 3 бонус-балла. Не на 3%, а на 3 бонус-балла. Или можно, еще вариант, можно 100 человек пригласить, и они сделают по 30 бонус-баллов. Это, конечно, уже весомее. Но 100 человек, они за какой период вы их пригласите? Но уж точно не за месяц сможете пригласить. Еще вариант. Давайте 30 человек пригласим, они сделают по 100 баллов. То есть пройдут стартовую программу хотя бы. Но это тоже много. 30 человек тоже много. Или можно пригласить 20 человек, и 20 человек сделают по 150 бонус баллов. То есть... Смотрите, компания не платит нам за перепись на поселение. Компания платит нам за организацию товарооборота. И ей совершенно не важно, сколько человек вы пригласите. Главное, чтобы у вас прошел товарооборот для квалификации на Хорватию 3000 баллов. Поэтому вот 150 бонус баллов – это план. И никуда от него уже не деться. Если даже... У вас новичок говорит, что 150 бонус баллов – это много, сразу называйте ему плюсы. Что ты будешь от этого иметь? Потому что когда вы расскажете, какие преимущества дают 150 бонус баллов, новичок сам решит, да, это важно, это мой план, и каждый каталог я обязан буду это делать. То есть... Делаешь план, делаешь 150 бонус баллов, получаешь доход. Доход у нас в виде выплат компании. Не делаешь 150 бонус баллов, не получаешь доход. Тут все просто. Но и условие квалификации, конечно, оно всегда было и будет 150 бонус баллов. Наверное, каждый консультант у нас сейчас мечтает о поездке в Хорватию. И каждый думает, наверное, как же... Организовать это 150 бонус баллов, чтобы, конечно, это было не накладно. Давайте еще рассмотрим выгоду такую, что первый заказ почему делается в течение 72 часов. В чем же выгода у нас? Это, во-первых, бесплатная регистрация в течение 72 часов. Дальше у нас активация номера проводится сразу. То есть мы... Регистрируемся не на 2 месяца, и после у нас наш регистрационный номер исчезает, а на дальнейшее сотрудничество, дальнейшее обучение и плюс, конечно же, дальнейшую работу успешную по карьерной лестнице. Мы получаем инструкции, шаблоны, получаем важнейшую документацию для работы, помощь 100% от спонсоров в строении структуры, помощи также от самой компании, потому что компания также региональные вебинары различные обучающие проводит, также нам помогает. Получение полной информации по акциям, программам, поездкам именно уже в текущем каталоге. Поэтому вот это очень важно объяснить новичку. Не бойтесь говорить об этом. Говорите это с гордостью, потому что вы на самом деле... Экономите деньги. Да, регистрация у нас всегда была 149 рублей, даже в 98 году она такую стоимость имела, но даже эти деньги сэкономите и отправите минимальный заказ на 1000 рублей, это очень приятно для новичка. Поэтому не стесняйтесь об этом говорить, не стесняйтесь
И держите голову высоко. Вы продаете бизнес-возможности именно для вашего партнера. И я представила мой заказ. Сейчас вот в этом каталоге супер кошельки, конечно. Наконец. И жидкость для снятия лака, я хочу сказать, это за доставку. То есть доставка бесплатная, стоимость не взимается. Шампуни за 159 рублей, шампунь, молоко и мед, это, конечно, вообще, мне кажется, даже даром. Потому что, когда я его попробовала, я была в таком неописуемом восторге, волосы мягкие, послушные. И вот говорят, вот, ой, я помою голову, и краска для волос смывается. Ничего подобного. По крайней мере, я не заметила такой тенденции, что краска смылась. Нет. Все на месте, все держится. Так, заказала себе вот ночной крем после экологена и получу после этого, конечно, бесплатную умывалку. Лаки для ногтей – это вообще такие классные лаки, они стойкие. Это действительно так. Единственное, я, конечно, сама пользовалась еще сверху покрывала лака для ногтей, сверху покрывала укрепляющей жидкостью, укрепляющим лаком. Держится, да. Но, конечно, со своей точки зрения скажу, что через неделю хочется уже новое. Да, держится 2 недели, как обещает компания, но я даже вот даже неделю не терплю, я быстрее все снимаю, быстрее выбираю другой цвет лака, поэтому это круто вообще. И подписки у меня оформлены. Здесь детская продукция wellness и уже коктейль. Вот, поэтому не стесняйтесь, говорите, пользуйтесь. И еще, конечно же, не стесняйтесь делать фото своих заказов. И обязательно возьмите за правило себе делать видеозаказ. Видео, вот что у вас пришло, уже хотя бы на телефон записывайте, выкладывайте в свою команду, чтобы люди видели, чем вы пользуетесь, чем бы они действительно, вот они хотят, допустим, попользоваться шампунь и кондиционером, молоко и мед, но вот не знают, пользуется кто-то в команде или нет. Как спросить? Они уже увидят у одного человека видео, второй, третий человек. Ага, значит, продукция действительно подходит абсолютно всем. Поэтому вопросы уже не возникают. Тараканы, как говорится, разбегаются в разные стороны. И уже вы на самом деле подаете своим примером пользование и продукции компании, и wellness-категории компании. И как, в чем еще выгода, еще могу сказать, у нас начисляется объемная скидка за групповой товарооборот, и компания допускает до 60% оплаты суммы заказа за счет этой объемной скидки. То есть скидка остается, она переходит на следующий каталог. Не остается, вы, может быть, 5 заказов отправите за каталог. То есть 60% компания оплатит его из этой вашей объемной скидки. То есть это очень большая выгода. Пример всегда привожу такой. Заказывайте на 1000 рублей по ценам каталога. На сайте у вас уже 20% скидка активируется. Уже видите цены по дисконту. Дальше уже объемная скидка 60% списывается. И уже к оплате идет всего чуть больше 300 рублей. То есть разница в 3 раза. Что вы заказываете на 1000 рублей, оплачиваете, что вы заказываете, пользуетесь всеми преимуществами, о которых, конечно же, вам расскажет ваш спонсор, и экономите. Здесь экономия огромнейшая. Поэтому я могу ответить на ваши вопросы.
Если они таковые есть, если нет, то до следующего вебинара. И сейчас я сделаю вам обзор.